Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировчан предупреждают о появлении банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Они введены в обращение в середине октября. В наш регион поступят к концу года. Чтобы не стать жертвами мошенников, кировчанам советуют запомнить, какие защитные элементы содержат новые купюры. 200-рублевки зеленые. С одной стороны, на них памятник затопленным кораблям в Севастополе, с другой – вид на Херсонес Таврический. На банкноте в 2000 рублей символы Дальнего Востока. Мост на остров Русский и космодром Восточный. Эти купюры выполнены в синем цвете. В левой части банкнот можно рассмотреть цифры, каждая из которых меняет цвет при повороте банкноты на 180 градусов. Надписи «Билет Банка России» 200 рублей, 2000 рублей, метки для людей с ослабленным зрением имеют повышенную рельефность. В нижнем левом углу лицевой части банкнот содержится скрытое изображение символа рубля, который в зависимости от расположения банкноты выглядит темным на светлом фоне или светлым на темном фоне. Программа «Экономика». Начальник подразделения «Просто деньги» получил 5 лет. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Руководитель компании в Советске присваивал вклады граждан. Он принимал деньги по договорам, но в кассу их не передавал. Жертвой его стал один гражданин. Он передал в общей сложности 4 миллиона рублей. По истечении срока договора он хотел забрать деньги, но не получил их и ожидал еще год, прежде чем обратился в правоохранительные органы. «Экономика» на 101. С ОСАГО появилась новая схема мошенничества. О ней предупреждает отделение по Кировской области Волговятского главного управления ЦБ. Компании-посредники, которые продают электронные полисы, намеренно подают страховщикам недостоверные сведения о водителе и автомобиле, чтобы уменьшить стоимость полиса. Например, завышают стаж вождения и занижают мощность двигателя. Водитель же получает подменный полис по более высокой цене и не подозревает, что его данные указаны неправильно. Если это будет обнаружено, покупатель полиса в случае аварии лишится возможности получения страховых выплат. Чтобы защитить себя от этого, лучше купить электронный полис самостоятельно. Экономика. В завершение о валютах. Доллар на сегодня 58.16, евро стоит 67 рублей 71 копейку. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.